И в продолжение дорожные темы. Обеденный час пика в Димитровграде в среду оказался постолично проблемным. На несколько часов западная часть города оказалась отрезанной от других районов Димитровграда. Многокилометровые пробки выстроились и на спуске по улице Гончарова, и на кольце по Гоголя. Инспекторы ГИБДД перекрыли Муловское шоссе по причине дорожных работ. Дорожники в этот день и сами работали без перерыва на обед и оставили без обеда многих работающих автолюбителей.